«Академия Глаголицы» – один из лучших литературных конкурсов для подростков в нашей стране. Он объединяет известных писателей, одаренных детей и создает уникальное пространство для творчества и роста. Студенты Казанского федерального университета, прошедшие финал конкурса, смогли посетить мастер-класс поэтессы «A Million Billion Million Miles From Home» – трудности и радости поэтического перевода. Часто трудно выбрать вот какого-то явного победителя. Одна работа интересна как раз вот выбором оригинала. Вот интересно понять, почему молодой человек выбрал именно этого автора. Вот другая работа точно следует размеру оригинала, и это очень важно, потому что молодой человек, например, переводил композицию группы Linkin Park. В этом году премия «Глаголица» расширила зону охвата. Поучаствовать решили даже иностранные студенты. Работы прислали из Испании, Италии, Великобритании, из всех стран постсоветского пространства. И самая дальняя точка, откуда у нас есть участники, это Никарагуа, город Манагуа. Отметим, что для финалистов литературной премии «Глаголица» вскоре состоится брифинг с участием известных писателей и жюри проекта. Федосия Ершова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.